Магнитогорский металлургический комбинат и «Газпром» подписали две трехсторонние программы научно-технического сотрудничества с производителями труб – трубной металлургической компанией и Челябинским трубопрокатным заводом. Программа рассчитана на 2016-2021 годы и предусматривает решение на взаимовыгодной основе задач по обеспечению потребностей «Газпрома» в инновационной высоконадежной трубной продукции. В частности, речь идет об освоении технологии производства листового проката и труб из высокопрочных сталей. Из стали с повышенной стойкостью к углекислым средам, стресс-коррозии. Из стали, позволяющей эксплуатировать трубопроводы в широком диапазоне температур. Предполагается разработка новых конструкционных материалов, в том числе для применения в проектах по сжижению природного газа и подводной добычи. ММК совместно с ТМК и СЧТПЗ берут на себя обязательства по организации проведения инновационных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет собственных или привлекаемых средств. «Газпром» будет оказывать организационную и консультационную поддержку предусмотренных работ.